Здравствуйте, дорогие товарищи по хобби, коллеги по моделизму, комрады. Всех приветствую и хочу предоставить свою очередную модель Land Rover от фирмы Hobby Boss. Что хочу сказать по данному набору? Данный набор в сборке был простой, но немножко не понравилось членение деталей. Сборка проходила практически полностью из коробки. Но опять же, кузов заполнил кое-каким барахлишком и скарбом. Вот. Покраска модели осуществлялась аэрографом, красками Tamiya, лакировка лаками. Вот такой вот получился у меня внедорожничек. Планировал его сделать на постапокалипсисную тему, но что получилось, то получилось. Вот, может быть, немножко поленился. Ну, дорогие ребята, может, у кого-нибудь будут какие-нибудь советы. Очень с радостью послушаю их. Потому что делиться надо, делиться, чтобы делать более качественные и хорошие модели. Ну вот, ставьте, ребята, лайки, дизлайки. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, буду снимать и покраску, и сборку, и обзоры моделей. Так что все у нас впереди.